ви вже пара, але чогось не вистачає, аби жити в ейфорії один від одного. І як додати перчику вашим стосункам, знає Ія Еверс, психоаналітично орієнтована психологиня. Дуже рада бачити вас, пані Ія. І насправді зараз дуже багато людей, які потрапляють от в такий стан, коли пара ніби є, але стосунків міцних і таких, як хотілося б, у них немає. Як ви думаєте, з чим це пов'язано та чому в Україні зараз така ситуація? Здравствуйте. Очень интересный вопрос, над которым размышляют сейчас многие специалисты, наверное, во всем мире. И Украина не исключение. Наверное, в наше время иметь отношения – это вообще роскошь. И качество отношений – это уже второй вопрос. У каждого есть абсолютно свое личное понимание, что для них идеальные отношения, какими бы они хотели их видеть. И, наверное, когда ожидания не оправдываются, даже не буду говорить о быте, а даже вот сама форма отношений между мужчиной и женщиной, между людьми, когда она перерастает в очень близкие и тесные отношения, разбивается о реальность. То есть, как я ожидаю и как я получаю. Один може отримувати одну реальність, а його супутник може іншу отримувати, так? І от не співпадають інтереси, як то кажуть, так? Тобто я собі очікував, можливо, інших відносин, іншого життя, так? Він собі щось намріяв, але не сказав іншому. І тоді теж можуть стосунки не такими бути гострими, як хотілося б, ну, гострі в позитивному сенсі цього слова, так? А насправді, чи можна вважати ідеальними стосунки, коли чоловік і жінка розуміють один одного і цього досить на сьогоднішній день? Мені дуже подобалась ваша ремарка, замечання о том, що буває так, що іноді люди не знають реальності і представляють щось. К сожалению или к счастью, как показывает практика, мы всегда находимся в фантазии о другом. И очень редко мы понимаем, кто же реально с нами находится. Существует ли идеальные отношения? Сейчас очень популярным стал ответ: нет, идеальных отношений не существует, и поэтому не стремитесь к какому-то идеалу. Но наука все-таки говорит нам о том, психоаналитическая наука говорит о том, что если размышлять об идеальных отношениях, они все-таки существуют. Существуют где-то около 6 месяцев, и нам всем они знакомы, даже если еще не было опыта отношения с любимым человеком, то мы можем представить, какими были отношения с нашей мамой в начале нашей жизни, когда был идеальный объект любви, от которого зависела вся наша жизнь, и который дарил нам безусловную любовь. Эти отношения мы, собственно, и ищем в своем партнере в первое время после знакомства, идеализируя и себя, и его. Так, ну тобто це, як то кажуть, треба дорослішати. І коли чуєш таку фразу, треба бути дорослим, то розумієш, що, не знаю, можливо, треба, щоб світ перевернувся і стати іншою людиною, а можливо, треба просто зрозуміти, прийняти, що життя не таке, воно вже і радісне, і є і плюси, і мінуси, є і негаразди в житті, і що такі ідеальні стосунки, вони не можуть тривати вічно. Вони врешті-решт завершаться, але ж ми хочемо іншого життя. Ми ж не погоджуємось з тим, що життя ось таке, а хочемо змінити. Як змінити себе, можливо? Як змінити ставлення іншої людини до нас? І чи це можливо зробити? Очень интересная постановка ситуации про взрослеть, и мы хотим чего-то другого. Мы не можем хотеть чего-то, о чем мы не имеем представления. То есть у нас есть фильмы, у нас есть опыт наших родственников, знакомых, и, возможно, опыт взросления, психологического взросления, человеку может понравиться даже больше, чем нахождение фантазии. Конечно, за это есть цена определенная, потому что когда ты взрослеешь и понимаешь себя лучше, ты начинаешь понимать людей вокруг лучше, то понимаешь не только хорошее, а, возможно, и то, чего ты бы не хотел замечать. И, возможно, настоящие отношения – с реальным объектом начинаются только тогда, когда человек начинает смотреть на своего партнера не через призму своей фантазии, своей иллюзии, а когда, во-первых, он начинает понимать, а кто же я, чего я хочу, где я заканчиваюсь, где мои границы, а где начинаются границы моего партнера, а он вообще какой. И очень интересно, что вся эта сложная ситуация усложняется тем, что в отношениях одновременно находятся как минимум два субъекта, да, которые оба
особо не понимают, кто я, где я и чего на самом деле я хочу. И, наверное, тем прекрасные отношения, что они могут быть бесконечными, интересными, захватывающими и, возможно, обучающими, если люди будут стремиться познать как себя, так и партнера рядом, без вот этой призмы каких-то стандартов. Угу. Але стандарти ж можуть бути нав'язаними. І дуже часто зараз ми можемо почути, що ось повинно бути так, чи повинно бути інакше. Можливо, зараз змінюється життя, і люди часто не складаються от з таких звичайних життєвих принципів, коли є робота, є своє заняття, є діти, наприклад, так, а розширюється те коло, і людина вже займається іншою діяльністю, можливо, вона не так вже хоче мати і дітей, і ту родину. Тобто все змінюється в нашому житті. І як пристосуватися до тих реалій, як знайти себе, відчути себе і зрозуміти, хто ти в цьому житті. А звичайно, коли ти вже зрозумієш, хто ти, то ти будеш розуміти і свою половинку, яка тобі далася, вже вона тут є. Як показує практика, якщо чоловік задається питанням о том, хто я, і як зрозуміти, кто я, где я, зачем я, то очень часто ему не обойтись без помощи. Не потому, что очень модно ходить к психологам, психотерапевтам, психоаналитикам, а потому что мы, люди, очень подвержены обманываться. Нам нравится во что-то верить. Даже если это не особо улучшает качество нашей жизни, нам комфортно в чем-то понятном. И для того, чтобы увидеть что-то другое, чтобы увидеть себя другим, нам нужен другой, который отзеркалит то, что мы говорим, то, что мы чувствуем, то, что, возможно, мы сами не понимаем. И вот здесь очень интересный момент, потому что сейчас все говорят о том, что то, как было раньше, уже не работает. Например, мы знали, где мы будем работать, как мы будем строить семью, сколько это будет длиться, какой вот есть идеал, к которому мы должны стремиться, такой социальный. Сейчас это будто бы уже не работает, потому что люди осознают, что они несчастны очень часто в такой структуре, но не знают, как же иначе. Угу. Мне очень лично, мне как человеку, очень импонирует отношение вот психоаналитического подхода в том, что правильно – это то, как нравится, то, где есть удовольствие, от чего ты получаешь удовольствие. Главное, чтобы твой способ получения удовольствия, он не вредил окружающим. Поэтому угу. Мне кажется, что изначально человеку было бы очень здорово понять, что его радует, что его заряжает, что делает его более живым, счастливым. Получать это, приумножать это, исследовать это. Ведь через то, как человек получает удовольствие, он может понять, кто он. В той період, в якому ми опинилися, усі разом, і особливо тоді, коли з'явились такі незвичні для нас методи і способи життя, коли ми вдома можемо працювати, так, коли родину можемо бачити більше часу, тобто ну, такий дискомфорт з'явився в житті, і багато родин не витримали, тому що звикли до чогось іншого. І тепер все це владнати і спіймати, що було втрачено, зараз ну, не виходить. Чи є рекомендації, ось особливо психоаналітичні рекомендації, які могли би допомогти таким парам владнати стосунки? Очень обширный вопрос, и хотелось бы много сказать, но если очень коротко, то здесь, наверное, нужно понимать причину, почему, одну из причин, конечно же, почему эти отношения накаляются во время вот, нахождения более долгого вместе. Человеку легче выдерживать определенную маску, легче быть удобным для своего партнера, когда у него есть возможность от него отделиться и понаходиться с другими, где можно снимать психологическое напряжение. Когда же мы оказываемся в ситуации, что невозможно отделиться от своего партнера и нужно постоянно держать марку определенную, уже заданную в этих отношениях, оказывается, что это невозможно. Копится злость, копится агрессия, и в самый пиковый момент человек просто взрывается, как правило, взрываются оба или по очереди, и вот здесь начинается соприкосновение с реальностью. Mm-hmm. Здесь многие люди, возможно, впервые в жизни задумались о том, что
а я вообще как видел раньше своего партнера, я вообще что в нем видел, а он оказывается вообще другой. И поскольку этот процесс обоюдный, то такая реакция очень часто заканчивается тем, что люди просто расходятся, дабы сберечь себя. Так психика сохраняет человека. Как с точки зрения психоанализа сохранить отношения? Здесь невозможно быстро все решить, но возможно положить начало. Благо сейчас есть возможность не только в плане психоаналитической психологии, например, работать, но и во всех направлениях, как я понимаю, во многих направлениях можно работать онлайн. Да, онлайн работа со специалистом не так эффективна, потому что необходимо живое ощущение, живое общение, но это лучше, чем ничего. Нужно с чего-то начать. И не нужно пытаться вылечить, в кавычках, да, своего партнера. Нужно сначала начать себя. Сначала просто разгрузить свою психику тем, что объяснить, рассказать, выплакать в кабинете или в онлайн-пространстве специалисту все то, что уже не помещается внутри психического пространства, а потом уже начать исследовать, почему это так и как это можно исправить. Пані Ір, я розумію, що вам довелося багато вислуховувати, і як ви витримуєте? Мені просто цікаво, як психоаналітики працюють. Невже от те все, що накопили люди, і воно ж таки зібралося і передалося вам, як ви до нього, до цього всього ставитесь? Ви його відкидаєте, чи ви з цим живете? Ну, просто відбросити не завжди виходить. Я зараз говорю взагалі не тільки о собі, тому що ми так чи інакше маємо свої границі. Безграничний спеціаліст, мабуть, починаючий спеціаліст, який просто вважає, що він може допомогти, спасти, вилічити всіх. Да? Вот. Спеціаліст з опитом, він розуміє свої границі, але іноді можна попадати в свою собственну травму, можна не замечати, що ти працюєш вже не стільки з проблемою клієнта, з питанням клієнта, скільки з собою. Тому нашій професії предусмотрена техніка безпеки. Безопасности. Для нас это личная терапия, обязательная личная терапия, которую мы должны проходить как специалисты у более квалифицированных специалистов в нашей сфере. Таким образом, мы, во-первых, сохраняем свое психическое здоровье и гарантируем, заботимся о том, чтобы мы могли работать долго и качественно. Во-вторых, мы соблюдаем вот эту экологичную позицию, когда я не пытаюсь с помощью ситуации клиента поправить что-либо в своей жизни, а работаю именно с запросом клиента, именно пытаюсь вовремя разграничить свое личное от того, что принес клиент. І дати йому те, що він хоче. Ну, це дуже складна, мабуть, робота, так? І не дарма психоаналітики та і психологи також вчаться все життя. Тобто вони повинні не лише надолужити те, що колись втрачено було в їхньому житті, так? А вони і над собою працюють, і працюють усе життя, аби допомагати іншим. І це, мабуть, безкінечно відбувається, так? Аж доки ваша професійна діяльність не завершиться, ви постійно працюєте над цим. Ну, а якщо повернемось вже до стосунків, то як можна зрозуміти, що є ота тріщина між вами і вашим супутником? Чи одразу можна її помітити? Бо з останнього питання видно було, що люди, які вже почали отримувати шквал емоцій, то вже пізно, а можливо, можна помітити трошки раніше. Если говорить об обычных стандартных отношениях, где по умолчанию находятся относительно здоровые люди, мы можем говорить о том, что 6, максимум 9 месяцев нормально получать удовольствие от идеального партнера рядом. По истечению этого срока, так или иначе, оба партнера включаются в переживание своих детских травм. И это нужно понимать обоим, что иногда, когда меня что-то очень раздражает в партнере, возможно, это не его, возможно, это что-то мое. И здесь нужно, конечно же, общаться. И очень здорово, если рядом партнер, которому можно довериться и который не будет бить потом в эти больные места на протяжении будущих отношений. То есть вопрос первый в отношениях – это, естественно, доверие. Потому что первые 6 месяцев гормональный фон нам помогает влюбляться, а потом чары спадают, и необходимо работать с тем, что есть на самом деле. Немножко позже в отношениях здорово понимать, что так или иначе я попаду в ситуацию, когда мне захочется быть идеальным партнером для того человека, которого я выбрал, потому что он априори для меня сейчас самый значимый, самый идеальный. Но так или иначе этим человеком, главным, самым значимым, назначаю его я.
я самый важный компонент в этой во всей структуре. В моем мире самый важный объект – это я. И поэтому, когда мы замечаем, что наша жизнь превращается в переписывание, в пересмотр событий своего партнера, очень, наверное, удачно спросить, а я чем занимаюсь? У меня сейчас что происходит в жизни? Я от чего получаю удовольствие? И, наверное, первый звоночек, когда я понимаю, что удовольствия маловато, а мне хотелось бы по-другому. Очень здорово снова-таки поговорить с партнером, поделиться. Ты знаешь, я была бы счастливее, я был бы более счастлив, если бы. Здорово, если люди слышат друг друга. Это называется психоэмоциональным контактом. Находясь в нем, выдерживая его, когда люди слышат и слушают друг друга, тогда отношения имеют больше шансов быть длительными и качественными, более качественными. Як підігрівати вже застарілі стосунки, особливо, коли ви розумієте, що пройшло вже ті 6 місяців, вже завершилися. От у вас вже рік, 2, 3, 5, у вас вже діти, а стосунки починають трошки гаснути і немає тієї новизни. Чи можна її поповнити? І яким саме чином? Наша страна не так давно ворвалась в очень интересный информационный в мир, в котором, оказывается, есть очень много вкусного. И если сравнивать это с состоянием человека, который голодал, то мы в какой-то период времени начали есть все подряд, не разбирая, и мы можем представить, что происходит с психикой, когда мы узнаем о том, как можно подогреть отношения. Потому что современный человек, ну, исходя из моего субъективного опыта, может за полгода, год отношений попробовать все, что есть на этом прекрасном столе. Но под этим всем, как правило, клиент подразумевает именно сексуальный аспект отношений. Самым интересным, самым вот энергосберегающим в отношениях, наверное, является вот тот психоэмоциональный контакт, о котором я уже говорила. Потому что даже чтобы в сексуальной сфере получить максимум удовольствия, можно не испробовать разные сферы, да, которые предлагает современный мир. Можно просто поделиться, хотя это совершенно непросто, тем, чего бы тебе хотелось. И попробовать получить это в отношениях с партнером. Также можно, если брать отношения в сексуальной сфере, то же самое получать в сфере развития. Очень здорово, если твой партнер может чему-то тебя научить. Поэтому, наверное, здесь истина о том, что противоположности притягиваются, может работать. Ведь очень развиваться вместе с кем-то, становиться лучше, интереснее, здоровее, умнее, находясь в отношениях, а не за их пределами. Вы знаете, это такая очень классная идея, и таким можно навіть назвать постулатом. Бо зараз з'являються молоді люди, і їх дуже багато, які взагалі не розуміють, для чого їм отримувати стосунки, для чого там одружуватися чи виходити заміж. І це взагалі страшно, тому що, ну, ми розуміємо, можливо, для когось це було б варіантом, але вони нічого ще не пробували, не відчували в цьому житті, а вже мають ось таку думку, такі переконання. І тому дорослі люди, мабуть, можуть допомогти в цьому випадку. І особливо, якщо це стосується фахівців і спеціалістів, які можуть роз'яснити, розказати і допомогти. Допомогти з вибором, допомогти з тим, щоб людина була щасливою і досконалою, довершеною у своєму житті, аби у неї усі сфери працювали. Так, і тут хочеться наостанок почути від вас рекомендації для молоді, для тих людей, які насправді зараз в пошуку, які хотіли би створити ідеальні стосунки, так, і щоб вони були не лише десь в уяві, щоб вони справді працювали, і щоб вони були протягом усього життя. Дуже актуальний вопрос. Ведь правда, наша молодежь, как и молодежь всего мира, очень часто имеют опыт отношений своих родителей или своих родственников. И они понимают, что нет, так я не хочу. Очень хочется сказать о том, что отношения бывают разными. И все многое зависит от того, как мы их построим. Поэтому я желаю каждому помнить о том, что человеку нужен человек. Это страшно, это некомфортно, но это то, что помогает нам расти и узнавать новые грани себя. Потому что мы узнаем о себе больше, только когда покидаем вот ту пресловутую зону комфорта. И здорово, когда у нас есть партнер, который сопровождает нас в этом удивительном путешествии по жизни.
Я вам дуже дякую, пані Іє. Справді дуже цікаві, корисні. І я так розумію, що для кожного потрібні рекомендації. Ми, звичайно, усі хочемо бути щасливими. Хочеться побажати цього усім нашим глядачам. Тож, звичайно, бережіть себе. Зустрінемось вже завтра о 13:30. До побачення.